время Второй мировой войны, в период оккупации Николаева немецко-фашистскими захватчиками, на территории бывшего рабочего поселка Тимвод действовал один из крупнейших в Украине концентрационных лагерей – «Шталаг-364». Только за 1943 год жертвами лагеря стали более 30 тысяч человек. Это военнопленные Красной Армии, жители города Николаева и области. Позже, с марта 1944 по 1949 год, на этом же месте был организован лагерь МВД СССР номер 126, уже для военнопленных гитлеровской коалиции. Пленные занимались восстановлением города и предприятий. За время существования лагеря номер 126 от болезней и тяжелых условий умерло порядка 2000 узников. Из воспоминаний Азарова. Жилые двухэтажные корпуса не отапливались. В помещениях было студено, люди спали прямо на полу, часто просыпались среди трупов умерших товарищей. Из воспоминаний Лельчицкого. За малейшее нарушение лагерного режима заключенных бросали в так называемый карцер на 8 и более дней, оставляя их без пищи под открытым небом на морозе. Не все выносили особо строгий режим этого карцера. Карцер представлял собой небольшой участок, огороженный колючей проволокой в центре стадиона. К концу заключения люди обычно замерзали. Из воспоминаний Каприляна. Людей выводили, выстраивали и вели за территорию лагеря, на пустырь. Их там раздевали догола, подводили к заранее вырытому рву. В шагах в 25-30 был установлен столик. На нем бумаги, стакан и бутылка шнапса. Автоматчик-немец подходил к столу, выпивал стакан шнапса и расстреливал несчастных. Два офицера гестапо вынимали револьверы и добивали людей. Спустя почти 80 лет с момента трагедии о ней напоминает только памятный камень и уцелевшие ворота лагеря. Так называемые «ворота смерти». Но попасть к воротам практически невозможно. Территория, где располагался лагерь, заброшена и пребывает в запустении. Более 30 тысяч погибших – украинцы и русские, евреи и румыны, немцы, солдаты и мирные жители – остаются непохороненными. Они практически забыты. Благотворительный фонд жертв Холокоста села Богдановка разработал концепцию и предлагает ее городской власти, чтобы на этом месте организовать парк памяти, который будет входить в музейно-мемориальный комплекс памяти и примирения в Шталаг-364 с пантеоном. Комплекс представляет собой обширный парк памяти со скверами и зелеными зонами. На базе отреставрированного Дома культуры будет создан музейно-мемориальный комплекс с пантеоном, посвященным жертвам Шталага и обелиском в их честь. Также предполагается зал для постоянных и тематических экспозиций. Административное здание будет построено отдельно. В него войдет администрация всего комплекса, экскурсионный отдел, исследовательский, отдел хранения фондов, помещение для культовых служб. Разместится также небольшая гостиница для иногородних посетителей. Также на территории комплекса планируется установка памятного знака о немецких военнопленных, ставших жертвами уже советского лагеря номер 126. Музейно-мемориальный комплекс памяти и примирения «Шталаг-364» создается в память о жертвах Второй мировой войны с целью восстановить драматические пробелы в истории. Он заложит необходимые условия для научной и просветительской деятельности. Трагедия будет осмыслена и воплощена актуальным современным языком, что впишет Николаев и Украину в существующий мировой контекст.